Wake up in the... Нет, это не клип Кеши ТикТок. Все намного-намного страшнее. Я заснула в макияже. Это ленивое утро. Это утро после того, как я смотрела всю ночь сериалы, ела вкусняшки и уснула в макияже. Очень тяжело вставать. Первым делом я проверяю, что у меня в телефоне нового. У меня очень мало мессенджеров, на которые стоят уведомления, поэтому я проверяю свой телефон, вдруг, если кто-то что-то написал. После того, как я проснулась, первым делом я иду в ванну и навожу порядок на лице. Остался ли у меня вчерашний макияж, или я все-таки удосужилась его смыть, я в любом случае пользуюсь умывалкой, и в данном случае это умывалка от Биоре, а точнее сыворотка, гидрофильное масло. Все называют это по-разному, но вообще это является сывороткой. Да уж, неплохо я так размазала все на подушку. Которой я в 90% случаев пользуюсь, если у меня есть макияж или остатки макияжа. Также ей можно пользоваться просто как умывалкой с утра. Обязательно наношу на сухое лицо. Если не хватило, то можно добавить еще чуть-чуть. Потом просто умываю лицо, поскольку это все-таки сыворотка, а не гидрофильное масло, смывать его не нужно. Перехожу к зубам. Я теперь пользуюсь электрической щеткой от Philips, которая работает по технологии Sonic Add. Она работает не механическим образом, а на вибрациях, что обеспечивает и ирригационный эффект, то есть циркуляция воды вместе с зубной пастой между зубами, а также выметающие движения, которые так рекомендуют стоматологи. У меня после брекетов с задней стороны зубов стоит проволока, которая удерживает мои зубы, чтобы они не разъехались, и мне нужно очистить, но не повредить ее, чтобы она не отвалилась от моих зубов. Поэтому я использую насадку для чувствительных зубов. Область между зубами и труднодоступных задних участков очищается намного лучше и усиливает циркуляцию крови, что полезно для десен. После этого я перехожу к своим уходовым средствам. Это бальзам для губ, крем для лица. И патч под глаза, особенно сегодня, когда я проснулась после вкусняшек вся опухшая. День мой, как и у большинства, начинается со стаканчика из-под Макдональдса, в котором стакан свежей воды с лимоном. На завтрак я не люблю есть овсянку, но есть ее нужно, поэтому я выбрала себе альтернативу. Я беру йогурт, добавляю туда банан и сверху посыпаю гранолой из овсянки и разных фруктов и сухофруктов. Легким фиксирующим спреем я взбадриваю волосы, но чтобы посвежее были. Быстрый макияж, а это размазываю кисточкой Face and Body по всему лицу, греюсь на солнышке, рисую брови карандашом отведенным собой, подкручиваю ресницы, крашу их. Остались только губы, это магнитная помада от Сергея Наумова в нюдовом оттенке. И, естественно, аромат.
Теперь я иду, конечно, за чашечкой кофе. Я уже позавтракала, желудок не пустой. Оно не так вредно, как на голодный желудок. Кофейня называется Ясь, но я ее называю Доброго денечка, потому что милая бариста всегда желает мне доброго денечка. Также я рассказываю про свой ноготь, который обломился у меня от шеллака, потом я зашла в Тиффани и за 150 рублей его подправила. В кофейне я обычно беру какой-нибудь капучинку или раф и просто на лавке потом все это нямкаю и пью кофеек. Примерно таким образом у меня проходит мое ленивое утро. С вами была Дарья Кей. До скорых встреч. Пока-пока.